Физический маятник снабжен в нижней части воронкой, в которую можно засыпать песок. Маятник совершает колебания над бумажной лентой, которая может протягиваться под ним с постоянной скоростью. При свободных колебаниях с малым затуханием на ленте высыпающийся песок позволяет получить график зависимости отклонения маятника от времени, гармоническую функцию. Мы видим, что колебания практически не затухающие. Установка позволяет также наблюдать колебания при наличии линейной силы трения. Эта сила трения создается взаимодействием токов Фуко, возникающих при качаниях медной пластины, закрепленной на маятнике, между полюсами сильного электромагнита. При включении тока через электромагнит возникающие силы трения быстро останавливают маятник. График зависимости угла отклонения маятника от времени, при этом получаемый на бумажной ленте, будет функцией экспоненциально затухающей во времени. Колебания быстро прекращаются.